Для игры будет доступна новая локация под названием Фауст, представляющая из себя военный полигон, расположенный глубоко в горах. В этом видео мы подробно разберем новую карту и расскажем, как побеждать на ней и показывать хорошие результаты. Ну а теперь приступаем! Локация Фауст будет доступна игрокам, начиная с 5 уровня техники и выше. Условно, карту можно разделить на два сектора – возвышенность с бункером и производственная площадка в низине. Наиболее уверенно на всех участках карты будут чувствовать себя тяжелые танки. Этому способствует большое количество укрытий, благодаря которым можно эффективно играть от бортов и башни. Основным направлением для тяжелых танков будет правый верхний угол карты, где расположены двухэтажные объекты в виде ангаров симметрично с обоих респаунов. На первых этажах находятся точки превосходства. Со вторых этажей можно вести перестрелку на средней дистанции и контролировать центр карты. Если проехать вглубь зоны ТТ и занять область завода, то здесь находится ключевая позиция, на которой можно, спрятав полностью корпус, обстреливать центр и бункер. В качестве альтернативного варианта можно направиться на возвышенность бункера для поддержки союзных СТ. Средние танки будут чувствовать себя на карте также комфортно, благодаря перепадам высот и множеству обходных путей. Основной задачей для средних танков будет занятие возвышенности бункера и прикрытие тылов. При контроле своего направления СТ получает возможность быстрого захода в тыл к тяжам и выезда к центру карты через бункер. По краям центральной части карты имеются кусты, которые позволяют подсвечивать и наносить урон вражеским танкам, находящимся на опорных позициях. Средние танки с крепкой башней без проблем смогут поддерживать атаку тяжелых танков на их направлении. Для противотанковых установок имеются позиции перед возвышенностью бункера, позволяющие обстреливать средние танки на своем направлении. Также можно занять один из балконов, с которых можно с легкостью контролировать низину и простреливать направление тяжелых танков. В остальных случаях рекомендуется двигаться вместе с группой союзных машин и поддерживать их огнем. Новая карта Фауст получилась необычной и интересной, с большим количеством укрытий и направлений, что позволит чувствовать себя комфортно любому классу техники. Somebody wins and some lose. I can see through your disguise.